працавітыя. Добры дзень, ніва залатая. Сабрала ўсіх сёння поле спелае, поле жытнёвае. Першая зень зерня спалёў сельскагаспадарчага філіялу «Беларуснафта Аграбрэст», зліваючыся ў жытнёвую раку, ляжа вялікім караваям на стол нашай дзяржавы. Сёння выйшаў на поле наш край, на багатую хлебам уборку, і жытнёвы калышацца гай на палях, на лагчынах, па горках. Дзякую Богу, дачакаліся новага ўраджаю. Дай жа Божа поле каласістага і зерня ядраністага. Пашлі, Божа, многа збожжа, нарадзі хлеба, каб было ўсім гожа. Права адчыніць поле надаецца дырэктару сельскагаспадарчага філіялу «Беларуснафта Аграбрэст» Жывула Андрэю Уладзіміравічу і намесніку старшыні Ганцавіцкага райвыканкама па сельскай гаспадарцы Жыбурту Геннадзію Яўгенавічу. Добрый день, уважаемые труженики села, добрый день, уважаемые труженики-специалисты. Было принято решение провести зажинки 2023 года. Ну, для того, чтобы поднять, наверное, дух корпоративный и какую-то внести идеологическую работу в нашем филиале. Значит, убирать в этом году нам предстоит ни много ни мало 3000 гектар без малого. Валовый сбор урожая ожидается в пределах 9-10 тысяч тонн без учета кукурузы, плюс еще кукуруза в пределах 5 тысяч, итого в общем вале 15 тысяч зерна будет собрано. Это немалый объем, который будет ложиться на ваши плечи, уважаемые дорогие комбайнеры, водители, работники КЗСов, ну и, конечно, специалистов, которые будут в этом принимать участие. Поэтому всех нас с праздником зажинок. Поздравляю. Спасибо. Першыя суніцы жывым дарункам сонца і зямлі, і сяюць промнем сэрца таямніцай, святлом душы, што мне далі. Дзень добры, родныя мясціны, ля рэчкі ціхаю паду, дзе вочы не забудак сіні, для благословления урожаю 2023 года запрошается настоятель храма святого Архангела Михаила Аскерка Дмитрий Иванович. Кали ласка. Это заслуга непростая, потому что начинается все от спашки земли. И до сегодняшнего дня заслуга, говорится, механизаторов, высшего руководства. Всегда, когда вырастал урожай, творили молитву на благое дело. И сейчас с праздником. Непорывно связаны между собою. Давайте верно послужим земли своей и хлебу, як служили заусёды белорусы.
Хай кожний з вас, молодий і сталий, отдасть теплиню душі землі, що випістила зерня. Сонячних вам світанків, дорогі хлібороби, земля одячить вам за клопот і любов. Сам Бог жито зажинал и нам наказал, великие снопы вязал и нам наказал, чистые копы ставлял и нам наказал, что горочка, той копочка, что лужочек, той стажочек. Дай Боже много збожжа, дай Боже погодочку, да на вашу работочку. Голубок, снопок, нажали сёння жнейки, да и их белые рученьки. Наш снопок красный, як месячик ясный, яще вышше от плота, яще дорожше от злота, яще вышше от горы и ясней от зары. Передаем вам. Передаем вам, поважаные господары, первый зажиночный сноп збожжа колосистого, солнцем согретого, дождиком политого, Богом благословленного, землей и людской працей узрощенного. Віншуем господаров снопком, хай життё буде лотком, на другое лето хай уродить жито, щедрой буде нива, и все будут сыты. Зажинки – старинный земледельческий обычай, который связан с началом жатвы. Его обрядовый смысл был направлен на то, чтобы обеспечить хороший сбор урожая. В зажиночных обрядах и обычаях ярко видны элементы земледельческой магии. Заклинание отражено уважение к крестьянскому хлебу. Так мы сегодня собрались на землях «Беларусьнефть», «Брестлобнефтепродукт», чтобы начать зажинки 2023 года. Коллективу хотел бы пожелать хорошего урожая, чтобы были первые у вас тысячники на отвозке зерна, на намолотах. Дальше хотел бы пожелать самое главное, хорошего, спокойного неба, хорошей погоды и спокойного мирного неба на нашей земле. Спасибо. Поздоров Божа господарам поля, з новым хлебом усіх віншуем, каб у добрую пару жніво пачаць і ў добрае надвор'е скончыць. Жадаем добрых намалотаў, шчаслівага жніва, здароўя і новых працоўных поспехаў вам, паважаныя хлебаробы!